Но вы надеюсь, будете его продолжателем или же будете работать как положено? А вот продолжать. Я вам всем хочу сказать. Деяний господина Разанчукова. Я вам всем хочу сказать, как депутат, что ни одного незаконного документа я подписывать не буду. Дай ни Бог, одного. Дай Бог вам. Ни одного распоряжения, ни одного постановления незаконного я подписывать не буду. Как вы вообще, вот что планируете? И если небольшая тайна и не секрет, что послужило идти вот на такой короткий срок неопределенный и в такой, ну так мягко скажем, что ты как гладко поведутся, пытаешь полкнуть. Да здесь, а какие секреты могут быть? Понятно, что я в ситуацию сейчас еще вникаю, вы правильно говорите, ситуация серьезная, что в ЖКХ, что в финансах, что, так сказать, в юридическом направлении, в правовом это поле ситуация вообще очень серьезная. Надо разбираться. Ну, я постараюсь вникнуть в ближайший месяц прямо четко. А как будет после выборов, мы уже там посмотрим. В течение месяца можно будет вам уже смело задавать вопросы по любой ситуации. Но если уж там какие-то нюансы прям такие будут серьезные, мы уже будем приглашать специалистов. Заместители, особенно по клубным системам. Ну и кроме того, по ближайшие две недели планируем объехать все сельские поселения, со всеми главами встретиться, возможно, с депутатами на местах, если получится.